В Екатеринбурге 56-летний водитель совершил наезд на первоклашку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на улице Комсомольской. Водитель автомобиля Audi двигался со стороны переулка Чаадаева в сторону улицы Малышева. Значит, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка, девочку 8 лет. Девочка с травмами доставлена в 9-ю детскую больницу. Стаж водителя Audi Q5 составляет без малого 20 лет. С его слов, он не увидел ребенка на переходе, так как перед самой зеброй в левом ряду для поворота налево остановилась машина. Он решил объехать ее справа. Тогда-то школьница и шагнула под колеса его Audi. Несчастная получила открытый перелом голени и стопы правой ноги. Уважаемые участники дорожного движения, ГИБДД города Екатеринбурга обращается к вам. В преддверии каникул быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Родители, обращаем ваше внимание, проведите беседу со своими детьми. Перед пешеходным переходом необходимо ребенку остановиться, убедиться, что его пропускают, только после этого начинать переход.